Всем привет, сейчас покажу, как создавать анимацию ролю. Имеется руль Наман. Он, конечно, уже настроен под правильное кручение в игре. Но для хелпа все мы это сбросим. Зайдем в дисплей, Local Access, Resort, World. Сбрасываем. Теперь жмем центр. Local Axis. Вот теперь ось по центру. Заходим в Modify Rotate, включаем Rotate Axis и вращаем нашу ось. Надо, чтобы вот эта синяя ось стояла перпендикулярно рулю. Пивот отключаем. Начинаем вращать. Как-то так. Посмотрим сверху. Сверху, в принципе, нормально. Ну и здесь тоже. Без Home Animation. Жмем New Animation. Жмем Track. Переименовываем под... Заходим сюда, это стираем, здесь выставляем настройки, вот такие, все. Теперь добавляем сюда наш руль. Здесь написано ID 1, у моего руля ID тоже 1, нужно правильно поместить, чтобы ID БМА и детали были одинаковые. Здесь у меня ID 30 оказывается. Ставим 1. Жмем применить. Все, теперь выделяем нашу руль. Эту часть еще перетаскиваем сюда. Скрываем. Включаем Free Mode. Жмем ZK. Переходим сюда. Руль будет крутиться у нас по оси Z. Руль начинает крутиться от минус 45 градусов. Пишем здесь минус 45. Применяем. Дальше ставим следующую точку. Здесь уже будет минус 30. И так по возрастанию до 180 градусов. Здесь вставляем 0 градусов. Здесь 15. Сорок пять, шестьдесят, семьдесят пять. Пять,
пишем минус 180. Далее начинаем обратный порядок. Теперь будет минус 165. Минус 150. Минус 135. Минус 120. Минус 105. Минус 90. Минус 75. Минус 60. Минус 45. Минус 30. Минус 15. Здесь оставляем 0. По номеру 15 30 45. Все, сейчас проверим, как у нас крутится руль. Вот имеется резкое сбрасывание. Так в целом руль крутится как нужно. Для этого включаем free mode, выделяем вот это все и жмем interpolation linear. Вот все выключаем, и руль крутится как надо. Удачи в моделировании.